Всем привет, с вами Шима Радвитёс на своем канале. У нас сегодня жара прям настоящая, то лето было теплое, но такое, без жары. Тут у меня все никак не вставлю в раму Даршана. И написала сегодня этюд своей собаке, которая, к сожалению, уже больше не с нами. Всячески хотела ее с натуры написать, но то одно, то другое, вот не успела. Хотела давным-давно ее хороший портрет маслом в рамку. А вот этот начала писать этюд и думаю, а что, зачем? Вот, ну, то есть, когда будет портрет более детальный, он мне будет нравиться меньше. Тут много всяких мазков видно. И в целом, вот именно в таком формате он мне как бы и нравится. Потом рама будет. И повесим. Он еще мокрый, блестит. Такой вот этюдик я сейчас написала. Эльзочка, девочка моя. Вот так издалека он выглядит, конечно, сильно телефон засвечивает. Радостная новость, безусловно, для моих учеников из России. 3 месяца мы боролись с тем, что не работают русские карточки. У меня школа международная и сайт для всего мира. И раньше люди из России могли спокойно учиться. Но никак этот вопрос не мог решиться, поэтому я приняла решение создать отдельно школу специально для территории России, с оплатой на территории России. Все успешно работает, очень удобная платформа оказалась. Кстати, те, кто у меня обучается, напишите, какие курсы уже взяли и какая платформа вам нравится больше, если у вас была возможность учиться на международном сайте и на сайте нынешнем. Если вы случайно нажали на это видео и не имеете понятия, кто это такая, я профессиональный художник, преподаю уже, автор учебников и так далее. Сейчас всплывают картинки, как у меня ученики рисуют и с чего они начинали. Дело на этой неделе пост, он вызвал много положительных эмоций у людей. Я обычно работу своих учеников очень редко показываю. Ну, как-то я свои показываю в своем инстаграме, но, наверное, как преподаватель нужно показывать работу учеников тоже. Друзья, если вы не видели, как цветет киви, то цветет оно вот так. И да, в Лондоне киви вызревает. Растет оно так быстро, они все время его подрезают. Ну какая прогулка без карусели? Все, Кирюш передумал, сел рядышком. Эти, конечно, классные традиционные карусели. Особенно в хорошую погоду. А они тут по Лондону круглый год. Ручку помашешь, пап? Катались мы на каруселях, купили мороженку. И сейчас мимо нашего университета в Гринвиче идем в парк. Решили, что здесь слишком много народу. И мы пойдем вот через дорогу наш парк. Там посидим на лужаечке. Зоза довольная тоже с мороженкой. Живя 8 лет в Гринвиче, мы сейчас первый раз я зашла за наш... Ну, тут храм есть такой, церковь. Между церковью и храмом. Я не совсем знаю, как правильно назвать, потому что это что-то среднее по размеру. И вот тут я картину маслом увидела. То есть вот это старые могилы. И тут вот это вот здание, которое... А, это и есть туалет, собственно, да. Но он выглядит как туалет. То есть они просто взяли, заасфальтировали это все дело поверх могил. А вот там скверик, очень приятной наружности. И тоже там стоят могильные плиты. И прям по ним идут лавочки рядом с ними. И вот у меня мысль, может быть, кто-то знает, вот эти вот могильные плиты все, действительно ли там лежат могилы, ну, как сказать, усопшие, да, либо это просто как декоративный элемент используются, какие-то старые могильные плиты, потому что они очень странные конфигурации идут как забор, то есть вокруг они идут, по сути, сами захоронения не могли бы так располагаться. Ну, и вот это меня, конечно, поразило. И тут парк какой-то. Сейчас покажу, как называется. Даршан смеется, говорит, ты здесь 10 лет живешь, ну 8 лет, и до сих пор не знаешь, что тут у нас в районе есть, прямо у дома. И для меня что-то новое. Ну, привет. Она сейчас на меня залезет, мне кажется. Нет? Иди сюда. Продолжаем ходить по этому скверу. И опять, вот они, плиты. И они просто вдоль нового здания. Эти плиты где-то, ну, 3-4 века по-разному.
И вот они все вдоль просто здания. У меня такое ощущение, что они взяли, выкопали их отсюда и просто вдоль нового здания поставили. Типа они с ними ничего не сделали. Ну, потому что как бы вижу, понятно, что вот эту стену невозможно построить с фундаментом, не двигая эти плиты. А они прям вот как бы вмонтированы в него. Нагуляли детей, пошли гулять с Даршаном, и вот тут подошли поближе к кораблику. Конечно, такая махина. Огромный. Мы с мамой поехали в Уорпингтон на разведку. На будущее. Когда-нибудь через несколько лет, даст бог, что-нибудь купим. И вот мы на разведке смотрим разные районы. Что нравится, что не нравится. Сам район очень-очень милый. Такой тишайший. Дома уютные, все семейное. Никаких лишних людей нету. Но я смотрю по типу дома, что мне пока не очень понравилось. То, что нету каких-то таких городских атрибутов. То есть нету магазинов. Ну вот, допустим, в продуктовый магазин, тут хрен знает, куда идти. Но мы так, разведка чисто, как район выглядит. Вот такие бунгало мне очень нравятся. Ну, я терпеть не могу, когда вот с такой шубой снаружи они. А вот когда они с темными окнами, они внутри там с суперремонтами. Ну вот, например, собственно, я опять в магазе. Сейчас зашла в новый Tiki Max, который рядом с моим любимым HomeSense. HomeSense это тоже... Каждый раз это говорю, подраздел Tiki Max, и в Tiki Max тоже есть как бы часть их, так сказать, коллекции, да, то есть то, что продается там, то есть часть отдела для дома. И рядом соседняя дверь, это уже только отдел для дома. Очень понравился мне столик, легкий, вообще ничего не весит, из пластика, и то, что надо нам на улицу, как раз-таки он не будет ни ржаветь, ничего, убирать его не надо, трескаться не будет, протирать удобно, класс. И легкий убирать, и симпатичный. Можно его даже и внутри дома ставить. То есть он пластиковый, то есть когда только поднимаешь, чувствуешь, что он пластиковый. Мне понравился. Я сейчас сюда чего пришла-то? У меня родители приехали, папа приехал что-нибудь себе посмотреть. Я заодно тут тоже, как всегда, чего-нибудь себе да посмотрю. А если не взять, так хоть... Ой, вот это вообще. Нам, кстати, в зал тоже подойдет. Ой, вот это красота. Вот это красота. Помните, я говорила в предыдущем выпуске из магазинов про drink table? Вот это нам идеально прям подходит. Во-первых, камень. Во-вторых, ну, марбл у нас там есть, золото у нас там есть. И черно-белое у нас везде оформление. Но не, мы сейчас тяжелое такое не попрем. И, наверное, в принципе, у нас и так много всего там. Уже, наверное, не буду я таскать, но я бы взяла, конечно, эту штуку. Просто вот этот кусок мрамора его просто не поднять вообще никак. Вот всякие красивые штучки. Можно купить, например, мебель из Икеи и потом ее декорировать такими кастомными, красивыми. Есть ручной работы. Вот детские, например, на комодике сделать. Ручки будут совершенно по-другому выглядеть. Ну, я думаю, вы все это уже давно знаете, это уже лет 10 все делают. Здесь начали немножко пораньше. А эти, видите, отломились ушки. Ну, сотло... А, вот они лежат. Я думаю, это уже здесь кто-то отдолбил. Вот они лежат. В принципе, их припаять можно. Ну, вот этим всем я буду уже увлекаться потом, когда-нибудь. Я не понимаю логики, зачем они здесь сделали отдел для дома и потратили пол верхнего этажа на это, если у них соседняя дверь... Это полностью все для дома. Ну, наверное, для людей, которые пришли за одеждой, чтобы они заодно что-то взяли. Часики. Обожаю, обожаю. Всегда такая красота тут. При том, что все стоит, как в Икее. То есть это, если кто-то не знает, Tiki Max. И одежда, и вот этот HomeSense, отдел для дома. У них все на огромных скидках. То есть это аутлет, грубо говоря, магазин. Ой, тут с таким запахом свечи. Вот эта штука, это свечка. Прям какой-то неописуемо вкусный запах. И у этой, и у этой. И вон они там и такие есть. И шоколадные есть. Просто нереальный запах. Прям настоящий. Вот не химозы, а прям как будто это настоящие вот эти вот выпечка, какие-то штучки вкусные. Вот это я просто в восторге. Кстати, дизайн офигенный тоже, да? Здесь есть одежда, например, вот там висит, там
пола. То есть, допустим, толстовка 200 фунтов у пола в магазине стоит, а здесь ее можно купить за 30, за 40, ну, некоторые за 60. То есть, ну вот, например, рубашка мужская, она была 65, стала 34. Но я одежду редко тут беру. Хотя бывало, кстати, вот детям поло я здесь беру, потому что меня жабы дают, что мне тратить и ехать куда-то за поло. Если здесь, кстати, поло всегда очень большая, это большой тут выбор. И себе я пару рубашек здесь брала поло. А, мне же еще в зал нужен какой-нибудь сухой цветок. И у меня наконец-то есть папа, который все на себе допрет. Все мои фантазии. Хочу купить еще один большой горшок для оливы. А оливковое дерево что-то у меня стало засыхать. Я тут болтаю, параллельно вам показываю. Вот новый Тики Макс, который у нас вот Гринвич, вот это гринвичский Тики Макс. Мы уже в Home Sense. Посмотрите, какая красотища тут. А какие зонтики тут. Красота. Сильно прибавилось тут разных наборов для патио. Ну, для сада, патио. Очень много разных классных конфигураций со столиками. И внизу штук 5 было. Тут играет музыка. Для YouTube не могу снимать, к сожалению, большую часть. Но вот что успеваю, то снимаю. Наверное, вернусь за тем пластиковым столиком. Здесь ничего нету. Дорогое ничего не хочу брать. Так-то я взяла вот что-то типа такого стола. Но тоже место будет занимать. Может, нам и не надо. Я думаю, что нам в зал стол журнальный. Но пока не уверена, что он нам нужен, ногами биться о него. Вот такая тут есть люстра. Огромная. 1000 фунтов. Это уже в плете 1000 фунтов. Но она как бы и видно по ней, что она очень дорогая. Она на видео не видно, какая большая. Она просто огромная. То есть она в ширину где-то метр. Очень красивая вот эта лавочка дизайнерская из дерева. Натурального полностью, для столовой. Внутри только дома я бы ее ставила. К столовой, с одной стороны, от стола, либо в прихожей. Супер стильная, конечно. Классический стиль, который вечный, под любой интерьер почти. Посмотрите, как распустилась моя роза. Это я еще срезала много бутонов уже, которые отцвели. И вот это первый год она у меня растет. Я ее буквально, ну когда я вам показывала, я ее посадила. И вот она так разрослась, вся в цветах, просто там еще цветы. Он не выдерживает, вот некоторые падают, они не держатся. Такие махровые цветы, как пионы у нее. Крупные очень. Ой, а запах какой потрясающий. Лепота. Помидорки опять созрели. У нас закат. Красота. Кирюха там красненький бегает. Готовлю быстрый ужин. Курицу масала. Соус уже был готовый, то есть я их обжариваю в своих специях, а потом заливаю уже соус, тушу. И я хочу добавить еще к ним шпинат. Здесь у меня кускус лимонный. В общем, побыстренько.